В рамках предстоящего празднования столетия автономии Карачаево-Черкесии прошла научно-практическая конференция «Литература и искусство как духовно-нравственная культура нации. Взгляд сквозь столетие». Мероприятие было организовано Государственной национальной библиотекой имени Халимат Байрамуковой при поддержке Министерства культуры. На конференции побывала наша съемочная группа. Подробности у Мурата Дженкёзова. В работе конференции приняли участие видные представители научной и творческой интеллигенции Карачаева-Черкесии, Народного собрания и органов госвласти. Основная цель мероприятия – привлечь внимание к нашим историческим корням и приобщение молодежи через литературу и искусство к национальной культуре. Литература Карачаева-Черкесии, культура, искусство имеют свое яркое лицо, свой колорит. Они за эти 100 лет развились во всех жанрах литературы, развились во всех жанрах живописи, музыкального искусства. То есть это время показало, что республика действительно процветает. От того, как будет сегодняшний литератор, писатель, поэт показывать российскую действительность и российскую историю, будет зависеть то, как будет видеть нашу страну, будут видеть наши потомки. В ходе мероприятия прозвучали доклады на такие темы, как «Из истории становления Карачаево-Черкесской автономной области», «Языки и культуры Северного Кавказа в контексте глобализации», «Литература о войне в контексте нравственно-патриотического воспитания» и другие. Мы все видим, что в последнее время идет экспансия со стороны Запада, особенно направлена на, скажем так, развал культурных ценностей. Значит, нам пытаются исказить историю, исказить культуру. В резолюции конференции сказано очень много интересных вещей, связанных с книгоизданием, связанных с подготовкой молодых кадров, писателей, поэтов, журналистов. Очень много времени уделено вопросам, связанным с сохранением языков народов Карачаево-Черкесской республики. В резолюции указаны моменты, связанные с чем должны заниматься сегодня школы в вопросах сохранения языка народов нашей республики. Научно-практическая конференция является заметным и важным событием в культурной жизни республики. В ходе ее работы участники обменялись накопленным опытом и обсудили новые инициативы и подходы в возрождении духовной и нравственной составляющей наших народов. Мурат Шенкюсов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия.